Спарта НК-2 команда молодая. Возраст игроков не превышает 18 лет. Девушки стараются. Техника игры растет. Тем не менее, им тяжело бороться с игроками взрослыми, а значит, опытными. Очередное тому подтверждение – поражение в последней игре в рамках первенства России «Суперлига-1» с гостями из Сыктывкара клубом «Ника». Не понравилась защита. Я считаю, что есть где прибавлять. Пропустили очень много дистанционных бросков и быстрых прорывов. То, что мы промазали большое количество своих же бросков, говорит о том, что у нас есть очень большой резерв, скажем так, который мы еще не использовали. Однако болельщики в молодежку верят и приходят на игры, чтобы поддержать любимую команду. По их мнению, если бы трибуны были забиты зрителями, то и результат игры мог бы быть лучше. Поддержки очень не хватает. Мало болельщиков на трибунах. Поддержка – это главное. И желание выиграть. Наша команда очень молодая. И этот опыт им пригодится в будущем. Я думаю, что у них еще все победы будут впереди. Стоит отметить, что стартовый отрезок игры команды шли на равных. Видновчанки держали счет. Из колеи их выбила вторая четверть матча, когда у гостей из Сыктывкара открылось второе дыхание, и они увеличили число своих очков почти вдвое. Встреча закончилась со счетом 57-82. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.